Фамилия, ваше имя, должность, я заснял на табличке. Капитан, кто вы? Фамилия, должность. Капитан милиции, старший следователь Перштравнева РОВД, МВД Украины в Донецкой области. Капитан милиции Грабко Светлана Алексеевна. Грабко. Так. По этому обстоятельству по трупу что-то скажете? 13 июля 2012 года в Перштравневе РОВД МВД Украины в Донецкой области поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в районе села Арбатское Перштравневого района Донецкой области на берегу моря у заблеска воды обнаружен труп неизвестного мужчины. Выездом на место происшествия 13 августа 2012 года было установлено. Труп обнаружен у заблеска воды на берегу Азовского моря в 2 километрах южнее села Рыбацкое с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра трупа на его шее была обнаружена веревка белого цвета, а также множественные травмы, раны на голове трупа. В ходе вскрытия трупа неизвестного мужчины было установлено, что причиной смерти его стали многочисленные травмы на голове, а именно черепно-мозговая травма. В ходе проведения проверки была установлена личность данного мужчины и было установлено, что он является жителем города Мариуполя 1976 года рождения, который работает на заводе «Азовмаш», является ранее судимым. Большая просьба всех, кто может быть очевидцем либо свидетелем совершенного преступления в отношении данного человека, сообщить незамедлительно в дежурную часть Перштравневого РО. Наш контактный телефон 06-297-244-94. Еще раз в конце ваша фамилия, имя. В конце назовите себя. Грабко Светлана Алексеевна.